Миллионы жителей нашей страны отметили 78-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. С самого утра в Когалыме внуки и правнуки победителей несли цветы к вечному огню. Здесь побывали и первые лица города, и семьи ветеранов, и просто те, для кого этот праздник остается самым главным в году. Несмотря на то, что дата победы с годами становится все дальше, ценность ее лишь возрастает. Мы никогда не забудем тот вклад, которые внесли защитники Родины в наше мирное существование сегодня. Поэтому огромное им спасибо и низкий-низкий поклон. Всех когалымчан с праздником мира, добра и счастья. Выходила, песню завалила, просветного сизого орла. Победное шествие в этом году было отменено во многих городах России. Однако когалымчане смогли присоединиться, пусть и удаленно, к главному параду страны. В метро сразу после праздничного концерта состоялась прямая трансляция мероприятия с Красной площади. И каждый год я хожу на этот праздник. Почему? Потому что знаю, что эта война не должна никогда повториться. И что честь и хвала тем людям, которые у нас жизнь оставили на этой войне. Детям мира, всем-всем поколениям мира. И поэтому я всех поздравляю с этим праздником. Желаю мира, мира и еще раз мира. Мото- и автолюбители из Когалыма и Покачей устроили традиционный мотопробег, который к тому же стал альтернативным шествием бессмертного полка. Водители разместили на своем транспорте фотографии предков. Флаги, фото, рев моторов, более 20 мотоциклов и автомобилей. Свою процессию участники пробега завершили возложением цветов. Эта идея уже давно возникла, она не моя, она вообще нашего мотосообщества, города Когалыма и других городов. Этим пробегом мы всегда хотим поддержать и мирное небо над головой, и всем показываем, что мы русские, и русские не сдаются. Мои дедушки воевали, бабушки тоже воевали, прошли все это. И, соответственно, это моя дань памяти моим предкам, уважение. Все мои прадеды, все участники войны, это офицеры, сержанты, старшины, рядовые, люди, принимавшие участие в тяжелых боях. Кто-то погиб, кто-то выжил. Поэтому это личное, это то, что я передаю своим детям. День Победы!